Всем привет, друзья! Меня зовут Роба, и добро пожаловать на новый видеоролик по игрушке Грэнни, часть 2. Сегодня мы продолжаем играть в нее. Мы сегодня уедем на лодке с дедушкой. Сколько это медузой? Так... Так, короче, тут нету шокера. Есть песко. Так, включу радио, чтобы пришел этот дедушка. И надеюсь, чтобы увидим, как он танцует. Я тоже тебя вижу, но я тебя впервые увидел, значит, я тебя не люблю. Так, то есть зачем его любить-таки? Так, беру шокер. Так. И мы будем усыплять дедушку. Дедка. Ты где? Так, пошуби вот так. Он не слышит, поэтому... Я вот такой вот спрос придумал. Попался. Ой... Надо было сдалека выстрелить. Вот таки дурак. Так. Давайте-ка со спиды ждать. Куда пойдешь? Ну, давайте-ка тайком на спиде будем. Вот куда папа ушел. Папка. Так, тихо. Блин, тихо. Чуть ли. Его не убил. Да. Пауз. Нет, падай. Короче, я у нашего дедушки в комнате его, там, где камера. Там, где компьютер, и там, где он смотрит по камерам. Я там нашел руль, и я его выкинул в воду. Вот так. Так. Да хватит ко мне прискакивать. Так. Дорлок. Лодки. Не нужен. Как и гаечный ключ. Пока я все предметы не найду, я не буду тащиться, я просто их выкидывать буду. Ага. Так. Так, я продолжаю идти. Так, что тут? Мне кажется, что тут должна быть свечка, как в прошлом. Ну да, она тут. Мам, выкину. Так, еще я помню, как бабушка улетала. Прям такая хоп и улетела. Хопаньки, и такой, я такой, привет, бабка, и... камера меня не заметила. Это отлично. Мне кажется, что
где-то там канистра есть. Ой, пищит. Берись ты. Так, так, так. Я бегу, 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 бегу. Мне кажется, что у этого паучка тоже есть. Этот как вот там. Не помню уже. И мы посмотрим на Слодериду. Ой-ой-ой. Кстати, вы слышали музыку? Вот, кстати, на музыку пошел. И он говорил Грэди. Но это было когда-то. Ой-ой-ой. Ох. Я потерял шокер. Блин, и где же он? А, я же там усыпляла его. Ну да. Усыпляла его. Там. Так, где? След, вот. Так, берись. Так, так, так. Его нет. А вот, во-во-во-во. Попался. Так, падай. И отдавай мне заряд. Угу. Внучка мы... Ну, как-то потом. Так, открыто, потому что... Тут лежит кривый кейс. Так. Так, открываю это. Тут почему-то странно, как на третьем этаже в Грэди первой части. О, попал. Точнее, не попал, но все равно сработало. Я по краю кнопки. Ну ладно, пусть полезный баг будет такой. Простите меня. Так, откуда я сдал? Я опять не сказал. И тут лом. И тут лом. Я тоже это знал. И тут, наверное, будет лежать... А, это и есть фапанкей. Просто перепутал с вапан... Так, ладно, закрылся. Мы еще как-то поиграем в Грэнни на компьютере. Но вот моей бабушке точно это... О, не пошумел. Моей бабушке точно это будет не видно. Слишком темно для нее будет. И она, кстати, есть вот в Инстаграме. И она там себя назвала как-то Мариос. Но это не она назвала, а моя мама назвала так. И, ну, и 0.25. Надеюсь, бабушка напишет мне в комментарии. А то я забываю. Так, там был детка. Танцует. Что он вытворяет? На. Вытворил. О, смотрите. Сейчас его головы не будет. А. Ну ладно. Я надеялся. Давайте-ка сбьем кого-нибудь. Сбьем торшер. Сбили. Но он не пошумел. Детка А исчезает. Давай закрывайся. Не успеваю. Ладно. Так, 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 бегу, бегу. Я сейчас выкину ключ в канализацию. Он там в подвале сейчас будет валяться. Как в прошлый раз.
Как в моем прошлом видео про прохождение игры Грэнни часть 2. Ну вообще Грэнни 2 я назвал там. Не буду морочиться. Привет, внучок. Нужно нужно отвечить рукоятку, чтобы вот там штука, которую я показывал, она закрыла воду, и вода съехала отсюда. Через вот эту вот дыру. О. А, кстати, а можно ее туда выкинуть? Не выкидывать. Кстати, выкинулась. Лучик. Ой. Выкинул. Привет. Привет. Ой. Так, ладно. Но почему-то там, где я открывал, там слышу, я слышал ночь. Но вот где сам ночь? Не, я мясом не буду кормить его. Это точно. Я его лучше уничтожу. Чтобы увидеть слендерину. А то я, конечно, с дедом усплю. Дед, конечно, прибежит на звук слендерины. Я не знаю. Привет. Привет, на! Что? Ой. Ну, привет, я в тебя стрелять не буду. Бесполезно. Ну, вот такая вот слендерина. Даже не слендерина, а голова слендерина. И она орёт. У меня сердце бьется, когда я мишку держу. Ой, детка придет. Дед с красными глазами, серьезно? Не-не-не-не-не, я с таким не буду. Деткой дружить. Слендерина, не ори, я... Извини, простите, пожалуйста. В следующий раз я не буду. Смотрите-ка, одинаково. Они одинаково легли. Совпадает. Ой. Стол так улетел. Ничего себе. Так, ладно, все в подвале. Я все открыл. Тудым-сюдым. Можно уже, короче... Вы все помните, надеюсь. Открываем. Ну. Опять глюк. Так. В следующий раз мы будем с Грэнни. Мне кажется, что должна быть с Грэнни пасхалка там, где... Грэнни же не пришла просто так. Она, наверное, на машине там едет. Мне так кажется. Ну... еще посмотрим отличие на лодке. Так, беру ключ и... А, я еще руль забыл. Я про руль-то забыл. Так, но я не буду запускать. Я вот тут ради прикола оставлю в OpenKey, чтобы он пошумел. Чтобы он где-то прям в лесу выкинулся. А не, не выкинулся. А он просто стоит. Как будто бы тут лодка. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.